Массовый велопробег по улицам областного центра провели 85-летие Биробиджана. Хорошая погода и праздничное настроение создали особую атмосферу. К мероприятию присоединились более 400 человек. Стартовав от сопки в районе ДСМ, колонной они проехали по центральной улице. Благодарим жителей, гостей города, те, кто разделили с нами этот солнечный сентябрьский день, приехали прокатиться, провести время с пользой. Спасибо и с юбилеем, Биробиджан, с праздником! Хотя организаторы не приглашали совсем юных велосипедистов, в составе колонны были люди разных возрастов. А самым старшим участником стал 89-летний Виктор Иванович Пьемчук. Также в составе были группы велолюбителей из различных организаций. Конечной точкой маршрута стала площадь имени Ленина. До финиша добрались все участники. Завершился велопробег концертом творческих коллективов города. Также среди участников провели розыгрыш подарков, что приятно удивило приверженцев здорового образа жизни. Участвую я в первый раз. Получилось очень спонтанно наше участие. Ну вот решили мы поучаствовать. Что закончилось? Выигрышем приза, что очень приятно и неожиданно. Организатором мероприятия выступил медиахолдинг «РИА Биробиджан». Проводится велопробег не в первый раз и уже стал для Биробиджана традиционным. В планах медиахолдинга и дальше продолжать объединять любителей велоспорта и здорового образа жизни. Андрей Кирюшин, Андрей Пархомей, Богдан Патрин, Павел Славин. Новости 21.